Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. И что такое Вот ГСН? Вот ГСН — это уникальный канал, который отличается от всех остальных. Почему я так говорю? Да не потому, что это мой канал, а просто потому, что на сегодняшний день на нем есть уже порядка 600 видео, которые никуда не пропадают, они не теряются, они не смешаны там с другими, потому что они разбросаны по нормальным, интуитивным, ребенку понятным плейлистам, в которых вы можете найти то, что вас интересует, как начиная от обзоров на каждый танк в соответствующие ветки, и данные плейлисты будут пополняться, и соответственно будет расти количество видеообзоров и веток, которые были уже просмотрены, и плюс к тому есть фановые плейлисты. Короче говоря, ребят, по названию плейлистов вы сразу поймете, что в них, и однозначно каждый из вас сможет выбрать себе что-нибудь интересненькое. Ну а еще, ребят, у меня проходят стримы, на которых я не вымогаю денег с тех, кто хочет со мной поиграть во взводе, и, ребят, я не игнорирую своих зрителей, если они обращаются ко мне не через сообщение в донатной ссылке. Ребят, подписывайтесь на канал, поддержите мое начинание. Я хочу конкурировать, и мне для этого нужна ваша поддержка. Спасибо вам большое за благовременно, за доверие, ну и за то, что смотрите мои видео. Ну а сейчас по теме нашего общения. Напомню всем, кто не знал, хотя я не знаю, есть ли такие танкисты, о том, что с 20 сентября открылась возможность выбора региона для переноса аккаунта. Потом этот процесс был закрыт, после чего была еще предоставлена возможность потеститься, играя на соответствующем регионе, который вы для себя выбрали, и принять все-таки окончательное решение, остаетесь вы на нем, либо переходите на другой. Плюс к тому, ребят, помните о том, что у вас могут быть какие-то аккаунты, на которых вы давно не играли, не заходили в игру, и они были автоматически перенесены на тот регион, который совпадает с регионом вашего фактического нахождения. И если вы хотите, чтобы это было по-другому, вам необходимо подать заявку через ЦПП для того, чтобы сменить местонахождение вашего аккаунта. Плюс к тому, ребят, хотелось бы отметить, что, и это, наверное, самое важное, после 6 марта этого года возможность обращения в ЦПП с просьбой о том, чтобы обратно перенести аккаунт, будет закрыто. Не будет возможности обратного переноса. Таким образом, если вы выбрали для себя регион, и этот регион вас не устраивает, допустим, тем, что у вас технические проблемы, медленно там передаются данные, и вы тормозите в игре. Ну, наверное, не так. Если игра тормозит, а вы хотели бы играть быстрее. Если у вас проблемы с текстурами, или если у вас техническая проблема с тем, чтобы задонатить, ребят, у вас есть время принять решение, остаетесь ли вы на этом регионе, либо будете переноситься на другой до 6 марта. После данной даты, с 7 марта, уже не будет ни технической возможности перенести, как я понимаю, ни элементарно возможности обратиться с этим запросом в ЦПП. Ребят, не потеряйте свои аккаунты, не потеряйте возможность качественно играть в эту игру, она этого достойна. На данный момент у меня все, мое дело предупредить, ваше дело принять грамотное и взвешенное решение. Всех благ вам, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!